Этот пес больше похож на бельгийскую овчарку. Зовут его Герц. Можно сказать, с самого детства, со щенячьего возраста он живет в приюте. Это чуть больше 2 лет. Привык к вольеру, однако знает, что такое выгул на поводке. К людям относится с большой симпатией. По характеру подвижный, больше безудержный холерик. Несмотря на это, нервные процессы уравновешены, равны 50 на 50. Возбуждение равно торможению. Ему нужен человек, кто раскроет его потенциал, кто научит верить в себя, быть уверенным. Да. Он занимался с инструктором некоторое время, поэтому он хорошо ходит рядом, хорошо ходит на поводке. Сам понимает, когда если тянет поводок, возвращается, подходит к ноге, садится. Герц достоин покинуть стены приюта «Надежда» и обрести себе новый дом и хороших, любящих владельцев. Звоните по телефону 8 927 604 44 84.